Не успели мы приехать домой во Флориду, как у нас начался новый мини-ремонт. На самом-то деле тут ничего особенного не будет. Мы сейчас начали работать над детской. Это старый цвет стен. Мы когда-то года три назад, наверное, покрасили эту комнату в такой цвет. Мы не знали, в какой красить. Просто обновили цвет. И сейчас уже, когда мы уже знаем, что у нас скоро малыш будет, мы решили обновить цвет и обновить потолок, ну, покрасить, освежить его. Вот. Так что мы в процессе. Что, Милки, что? Милки у меня плачет. На самом-то деле так тяжело мне, по крайней мере, выбирать цвет, основной цвет в комнату, любую, любое помещение, вообще вот просто краску выбирать. Мне всегда очень сложно, никогда не могу определиться, какой цвет лучше, какой подойдет. Мы уже выбрали краску сюда. Надеюсь, будет красиво, надеюсь. Сложно это, сложно. Ребята, покажу вам, какие у нас сейчас изменения произошли. Так, цвет стен мы поменяли, уже комод установили, полочку повесили, шторы, занавески, шторы, даже не знаю, как их назвать правильно. Мне нужно будет еще их отпарить. Вот, кроватка у нас уже стоит. Матрасик мы пока не распаковали, чтобы он не пылился лишний раз. Ну, вот такой вот цвет получился в комнате. Правда, сейчас немножечко темно здесь, потому что солнце зашло, и цвет кажется более темный. На самом-то деле он посветлее. Да, и коляска вот наша. Мы, правда, пока люстру не поменяли, не знаю. Она не очень, конечно, подходит сюда, но как-то не очень мы хотим ее менять. Потому что у нас есть шторки с таким же рисунком. И мы пока думаем, что делать. Ну, этот вариант еще детской не готов. Тут еще будут висеть всякие красивые штучки. Я вам, конечно же, покажу потом. Этого зайку мы пока сюда посадили. Ну, в будущем не знаю, кто будет здесь сидеть. Это вообще для ванной термометр. Пока просто его сюда поставили. Ну, еще купили всяких разных интересных штук детских. Так что вот такая у нас получается детская. Будем преображать ее и обязательно вам будем показывать, как будет меняться она. Но мне цвет и Денису очень нравится стен. Было сложно выбирать, не знаю почему, но цвет стен это, конечно, очень сложно. Ну, нам нравится. Но опять же, я говорю, цвет на самом деле не такой темный. Я сейчас попробую как-то двинуть. Он вот, если посмотреть, вот я додвинула, он светлее, чем кажется, потому что солнца нет сейчас, не падает сюда. Ребята, ну что, я хочу вам показать нашу почти законченную детскую комнату. Вы уже видели какую-то часть. Я, правда, это снимала неделю или полторы назад, поэтому я точно не помню, что в прошлом кусочке я вам снимала. Я вам сниму еще раз, может быть, то же самое, что вы видели. Так, коляску, мне кажется, вы видели, тумбочку тоже. Этот светильник у нас был, мы его не покупали, поэтому он как бы по интерьеру не очень подходит, но мы решили его оставить. Такой вот детский светильник. И люстру, помните, я вам говорила, что мы пока не знаем, будем менять или нет, но мы, в общем, решили ее оставить. Так, вот такой у нас комод. Мы купили пеленальное место, оно будет установлено с этой стороны. Правда, сейчас мы его убрали, потому что оно нам не нужно. Уже ближе к родам мы его установим. Вот такие вот у нас флажочки. Вот такой вот балдахин с кроваткой. Вы видели вроде до этого кроватку без балдахина. Вот такой вот матрасик. На самом-то деле он здесь не лежал. Это я его сейчас постелила, показать примерно, как это будет. Но, конечно же, Милки не могла пройти мимо него. Вот такие вот флажки, полки для книжек, картины с зайчиками.
Вот передняя часть зайчика и задняя. Тут будут книжки. Пока книжек у нас особо детских нет, поэтому мы туда поставили все, что было. В будущем будем покупать книжки, и уже там будут книжки у нас. Кресло. Кресло это для кормления. Очень удобное. Оно, если видите, вот на такой подставке. Как бы это подставка, не подставка, не знаю, как правильно. Оно, в общем, качается туда-сюда. Удобное кресло. Ну, что... А, еще мы установили видеоняню. Она будет вон там вот висеть. Она подключена. Так что вот такая вот у нас получилась маленькая, милая, как по мне, детская комната. Наша коляска. Ну что, как вам такой вариант детской? Мне кажется, очень мило. Мне нравится. Конечно, еще какой-то декор мы будем докупать сюда, на полку эту. На данный момент это почти законченная детская. Как бы она законченная, просто какие-то еще детали будут. В будущем мы хотим сюда телевизор повесить. Но это в будущем, не сейчас. Также я понемногу уже заполняю комод. У нас вот подгузники разные фирмы. Тут три фирмы подгузников. Мы специально взяли, чтобы попробовать. Понять, что нам больше нравится. Бутылочки, еще бутылочки. Это нам подарили. Салфетки, полотенца. Тут всякая мелочь. Какие-то лекарства. Вот. Тут у нас пеленки, вещички. Так что почти все готово. Тут у нас лежит пока куча всего. Как бы еще пока это все такое накиданное, всякие такие штучки.